В один прекрасный день воин внезапно понимает, что сражается без былого энтузиазма. Он продолжает делать то же, что и делал прежде, но ему кажется, что все движения утратили смысл. В такую минуту ему остается только одно – по-прежнему вести праведный бой. Неважно, по какой причине исполняет он то, что должно, из чувства долга ли, из страха или еще почему, но он не сходит со своей стези. Он знает, что ангел, осенявший его вдохновением, отлучился. Но воин все силы души направляет на битву. Воин упорствует, даже когда все кажется бесполезным. Пройдет немного времени, и ангел вернется, и одного лишь шелеста его крыл довольно будет для того, чтобы в душе вновь воцарилась радость.